Очередной круглый стол закончился в рамках нашей сессии. С одним из участников поговорим прямо сейчас. Это Антон Чижов. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, о чем вы общались сегодня с коллегами, что обсуждали? В рамках ежегодной конференции, которую мы проводим с поставщиками, мы сегодня доносили до поставщиков те основные фокусы нашей стратегии, которые мы будем, соответственно, ставить в приоритет в следующем году. Вот. Мне кажется, все получилось. Единственное ограничение – это, опять-таки, онлайн-формат. Вот. Хотелось пообщаться с поставщиками вживую, поспорить о чем-то, может быть, какие-то ответить на вопросы, которые не были заданы в онлайн-формате. Вот. Но мне кажется, все равно все вышло неплохо. Я думаю, поставщики к нам вернутся с отработанными предложениями в более качественном виде. А была ли какая-то тема, ну, самая животрепещущая, которую каждый спикер подчеркнул и хотел поучаствовать? Да, наверное, это вот приоритет на следующий год с точки зрения эффективности, потому что Перекресток будет делать упор на эффективность в первую очередь. Это и оборачиваемость, это и плотность продаж, и сокращение кванта, вот такие вот вещи. Это мы постарались максимально обозначить, что это наш приоритет. Плюс мы обозначили для поставщиков те категории, которые мы будем развивать. Вот. Это тоже как бы важно, потому что мы будем их развивать диспропорционально, и там нам нужны новые предложения. А было ли что-то новое, что научило вас за эту конференцию? В любом случае, это вы делитесь опытом, что-то привносите и отдаете коллегам в работу, но что-то, наверное, и запоминается самому. Вот что было? Ну, выступать тяжело, да, вот так скажу. Это, наверное, больше всего запомнилось, потому что, как бы, ну, когда ты взаимодействуешь без какой-то аудитории, это на самом деле непростое такое упражнение. Это, наверное, то, что запомнилось. А так, в принципе, похожа конференция по сути на то, что мы проводим каждый год. Единственное различие – это сама стратегия, то, что мы, собственно, пытались донести. Спасибо вам большое. Теперь и мы узнали, что обсуждали на сессии. Тогда, я думаю, что увидимся на следующем круглом столе. Спасибо. Увидимся.